На таком кухонном столе ничего, кроме чая, не приготовишь. Чтобы сделать обед для полуторагодовалой дочки, Ирина напрашивается на соседскую кухню. Комнатка в 17 квадратов. Вся квартира молодой семьи. Из удобств только спальное место да пара шкафов. В туалет и то нужно идти к соседям. Ну, мы ходим с ребенком туда и кушать там готовим, как бы в другом конце коридора. А София часто болеет у нас, так же, как и я. Постоянные сквозняки, постоянная сырость с подвала. Эти кадры мы снимали еще в октябре прошлого года. Вот так молодые родители носили маленькую Софию принимать ванну через длинный подъездный коридор. И за 9 месяцев ничего не изменилось. Здесь постоянные сквозняки, постоянный холод. Вот ребенок у нас заболел 4 дня назад, вот третий день соплями, ночью не спим, мучимся. Нос не дышит у нас, да? Да и мы болеем. В таких условиях приходится в одеяле ее носить. Показывать обществу, показывать местным жильцам, которые очень любят у нас тут поборогозить. Ирина в этой комнате с самого рождения. Сюда ее маму заселили после пожара в собственном доме. Погорельцам обещали, что жилье временное и вскоре найдут подходящий вариант. В доме номер 37 по улице Гоголя было общежитие сотрудников гостиничного комплекса. В нулевых жильцам разрешили приватизировать жилплощадь. Общежитие в одночасье стало малосемейкой, а бельевая, где жила Ирина с мамой, превратилась в полноценную квартиру с туалетом и ванной, но только по документам. Написали Сахарову письмо о том, что мы хотим сделать здесь санузел, на что он нам прислал ответное письмо, то, что мы должны сделать проект, согласовать его с архитектурой, должны согласовать еще с соседями снизу. Мы все сделали, мы сделали проект, мы согласовали с соседями, стали относить документы в администрацию, на что нам впоследствии пришло еще одно ответное письмо, то, что нельзя сделать здесь санузел. Сразу после выхода этого материала администрация Суздаля признала бывшую бельевую непригодной для проживания. Межрайонная прокуратура через суд обязала чиновников выдать молодой семье новое жилье вне очереди. Решение суда на руках у Ирины уже несколько месяцев, а Козловы по-прежнему ютятся в старой комнатке. Переселять семью из бельевой чиновники не торопятся. Они говорят то, что как бы они, у них там тендеры, застройщик не хочет за такую сумму, которую они предлагают жилье предоставлять. В администрации поясняют, торги на квартиру для молодой семьи объявили еще в мае. Суздальские строители готовы были предоставить Козловым однокомнатную квартиру в новостройке. Но из-за неправильно оформленных документов строительную компанию с торгов сняли. И сейчас на ту же квартиру проводят торг повторно. 10 августа срок финальной подачи заявок. Одна заявка уже есть от того строителя, о котором я говорю. И 16 августа текущего года мы можем полноценно сказать, что семья Козловых будет обеспечена квартирой. Она будет почти в 2,5 раза больше нынешней бельевой. То есть вместо 17 метров семья из 3 человек получит 40,5. За дополнительные квадратные метры доплатит администрация города. Но общественники считают, что эта мера половинчатая. Семью Козловых все равно немного ущемят в интересах. Она ведь малоимущая, стоит в очереди на жилье, и каждому из 3 членов семьи положено не меньше 15 квадратов, то есть всего 45 как минимум. По факту им предоставят помещение, ну и с очереди не снимут, потому что все равно не хватает там определенного количества метров. А цена вопроса всего 120 тысяч. Дорешать проблему, то есть вот чуть-чуть осталось совсем, даже этого не хватает сил, возможности, наверное, желаний в первую очередь. Поэтому, на мой взгляд, мы эту информацию донесем до областной администрации. Ну а молодая семья тем временем готовится к переезду. Теперь за свой счет супругам предстоит сделать ремонт в пустой квартире. Валерия Саенко, Егор Хрыбко, 6 канал.